серьезному подъему уровня воды в Амуре готовятся в Хабаровске. Из-за проливных дождей под водой оказались 13 населенных пунктов в соседней Амурской области. В ближайшее время циклон дойдет до Хабаровска. По прогнозам экспертов, к концу недели уровень Амура может достичь отметки 580 сантиметров при критической 600. Подробности у Дарьи Небора. Выходные сотрудники МЧС провели на левобережье. Спасатели предупредили дачников о предстоящем паводке. Рекомендовали заранее собрать урожай и поднять имущество на верхние этажи дач. Хотим еще раз предупредить о том, что большая вода ожидается. Да, слышали, сказали. За выходные вода поднялась на 40 сантиметров. В ближайшие двое суток гидрологи ожидают подъем еще на столько же. Неделю назад о сбросах на Бурейской ГЭС отчиталась Росгидро. Сейчас, по данным специалистов, воду в хранилище сдерживают. Наше водохранилище работают согласно своим регламентам. Устанавливать какие-то правила и давать рекомендации мы не имеем права. В среднем Амуре сейчас, вот как раз в районе устья Бурьи, и начались понижения уровней воды. Они убавили сбросы, и у нас как бы, ну, стабилизируется обстановка. Гребень паводка еще идет по Амуру. У Хабаровска гребня еще пока нет. Гребень паводка сейчас в районе Еврейской автономии. У Хабаровска большую волну ожидают в конце этой недели. Ситуацию усугубит циклон. В городской администрации проводят ревизию насосных станций, составляют расписание очистки ливневок и русел малых рек. При необходимости перекрывать недостроенную дамбу будут по прошлогоднему сценарию. Достроить, скорее всего, что не успеют, ну, поскольку там какие-то мероприятия должны были проводить в зимний период, но, к сожалению, их провести не удалось. Ну, не знаю причин. Вот. Ну, видимо, будем повторять опыт прошлого года. Также пересыпать самосвалами, скальником. Сегодня уровень Амура у краевой столицы был 370. По максимальным отметкам прогнозы специалистов расходятся. МЧС ожидает до 580 сантиметров к концу недели. В гидрометцентре рассчитывают, что выше 5 метров не поднимется. При критической цифре 6. Готовятся к паводку и в Комсомольске. Туда большая вода придет в начале сентября. Однако и здесь, по прогнозам экспертов, опасных отметок Амур достичь не должен. Дарья Небора, Иван Юров, телеканал «Губерния».